Вот и пролетел целый год. И мы с вами стали, возможно, на год мудрее и уж точно на год старше. На дворе декабрь, 2016 год уже пакует свои вещички. Не пора ли нам подвести итоги? И именно за этим сегодня мы отправляемся на 7-й международный форум «Борьба с мошенничеством в сфере высоких технологий» «Антифрод Раша 2016». Вы смотрите БИС ТВ, и для вас репортаж веду я, Тамара Никифорова. Выдвигаемся на место событий. Авангард представляет. Конференция успела стать традиционной для банковского сообщества и является одним из центральных событий осеннего сезона. Нас ждет пленарное заседание, на котором госрегуляторы, а также разработчики и интеграторы представят годовой отчет о борьбе с киберугрозами. После панельная дискуссия, на которой эксперты информационной безопасности попытаются предугадать, чего же ждать от компьютерных мошенников в следующем году. А затем аудитория поделится по интересам. Где-то покажут последние разработки для защиты от разных классов угроз, где-то обсудят разборки между банками и клиентами во время возникновения инцидентов. Еще на одной секции расскажут о том, как применить на благо безопасности новые технологии, блокчейн и большие данные. Ну и так далее. Все, как полагается, понятные темы и интересные доклады. Плюс мастер-класс по пентесту банковской системы. Казалось бы, все понятно и знакомо, но неувядающую свежесть конференции придают сами кибермошенники. Изобретая постоянно новые вектора атак и эксплуатируя новые уязвимости, они не дают безопасникам расслабиться ни на минуту. И поэтому мероприятие по-прежнему излюблено специалистами. Ежегодно здесь активно участвуют БСТМ МВД России, Управление К и ГУБЗИ Банка России. Но и без сюрпризов не обходится. Полной неожиданностью станет выступление докладчика из Республики Иран, который поделится опытом обеспечения безопасности ДБО в своей стране. Учитывая, что до этого года Иран оставался изолированным от мировых платежных систем, этот опыт поистине уникален. Цифры, отчеты – это, конечно, хорошо и интересно, но давайте спросим лучше у самих безопасников, чем им запомнился уходящий 2016 год. Паша, привет! Скажи, пожалуйста, не надоело ли тебе бороться с кибермошенниками? Нет, я сейчас чай допью и дальше побегу. Два главных тренда – это целенаправленные атаки, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлым в 300 раз. И мобильные приложения, мобильные трояны, мобильное мошенничество, рост 500 раз. Ничего себе. И даже у айфонов? Ну, айфоны сейчас пока в относительной безопасности, в основном это Android. Роман, день добрый. Расскажите, пожалуйста, не устали ли бороться с кибермошенниками? Профессию, может быть, уже хотите сменить? Нет, конечно, не устал, работа такая. Довольны ли вы успехами борьбы с кибермошенничеством в 2016 году? Сложный вопрос, потому что мошенники растут, мы растем вместе с ними. К сожалению, они стали умнее. Те люди, которые были мошенниками там 10-15 лет назад по сравнению с нынешними, ну, в общем-то, детский сад. Поэтому опасаемся, что они станут еще умнее. Год был непростой, достаточно много новых видов атак, мошенничества появилось в сфере высоких технологий. Мы это ощущаем по потребностям не столько в специализированных курсах, да, она как бы всегда есть, остается, но вообще повышение общего уровня осведомленности в области защиты информации. Слабое звено – это всегда человек, всегда сотрудник, причем рядовой сотрудник. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вы не устали бороться с кибермошенничеством? Устали. А профессию не хотите сменить? Пока нет. Как считаете, в 2016 году, как мы боролись с кибермошенничеством? Успешно или какие-то проблемы есть? Успешно, но основная проблема заключена в самом человеке, как в самом уязвимом звене. Для Беларуси актуальна тоже угроза для России, но, к счастью, мошенничество у нас меньше развито, мы менее финансово привлекательны для мошенников. И, соответственно, наши методы борьбы пока включают в себя то, что мы идем по пути российских коллег, ждем этих тенденций в Беларуси и готовимся к ним, в том числе посетили данное мероприятие, чтобы быть готовыми. Довольны ли вы успехами борьбы с мошенничеством в 2016 году? Ну, я считаю, что в 2016 году гораздо эффективнее этот вопрос идет. Многие и коллеги в кредитных организациях научились правильно реагировать на новые вызовы. И совершенно по-другому работает правоохранительная система. То есть успехи в этом налицо.
А успехи это хорошо, а если поговорить о слабых сторонах, что вы считаете, где вот надо подтянуться, чтобы в следующем году было еще эффективнее и лучше? Безусловно, это опять же взаимодействие и обмен информацией. Мы, конечно, сейчас это имеем, но не, на мой взгляд, недостаточно объемно. И, безусловно, это взаимодействие, опять же, с правоохранительными органами. Его надо усиливать и расширять. Ну и третий момент. Все-таки мы давно говорили о создании собственной лаборатории компьютерной криминалистики, и к этому мы идем. И надеемся, что она заработает и будет результатом. А если поговорим немножечко о 2017-м, какие вообще ожидания у вас, к чему нам готовиться, там, избавляться от телефонов, закрывать интернет-банки, что, какие угрозы, куда идем? В 2017 году надо готовиться к Уральскому форуму. На Уральском форуме подробно и расскажем, и обсудим, к чему готовиться, как готовиться и чего ожидать. Немножечко интриги от Центрального банка. Назови, пожалуйста, персону 2016 года по ИП, себя чур не называть. Сергей Велигоцкий. У Сбербанка, особенно с нами теперь, самая продвинутая защита. Тем более, что они буквально вот на этой неделе получили и приз, и признание, что у них самый защищенный интернет-банк для физиков. Генеральный директор компании группы IB Илья Сачков. Мы с ним давно знакомы. На ваш взгляд, кто самый достойный в сфере информационной безопасности? Ну, кроме вас, конечно. А мы прерываем наш репортаж. Спасибо, что были с нами весь этот год. И отдельное спасибо новоприбывшим зрителям. Все самое интересное и яркое в мире информационной безопасности для вас освещают я, Тамара Никифорова, и команда BizTV. До новых встреч в новом году. Желаем вам всего самого-самого, а главное, будьте в безопасности. Вместе с нами.